Дни открытых дверей в территориальном центре проводятся регулярно. На текущей неделе специальное мероприятие проходило для тех жителей города над Бугом, которые имеют проблемы со слухом. Главная цель встречи – помочь людям с ограниченными возможностями найти себе увлекательное или полезное занятие – дело по душе. Изучая потребности людей, мы поняли, что они не совсем информированы о тех услугах, которые могут предоставлять территориальные центры. С этой целью мы решили провести сегодня данное мероприятие, чтобы рассказать об услугах всех отделений, которые работают у нас в центре. Отделение срочного социального обслуживания, отделение социальной помощи на дому, а также института третьего возраста, чтобы люди, у которых проблемы со слухом, могли подобрать себе необходимые занятия в институте третьего возраста или получить те услуги, в которых они нуждаются, но о которых они не знали. Для того, чтобы общение было более продуктивным, на мероприятии присутствовал специалист центра, переводчик жестов языка. Благодаря ее помощи организаторам и участникам встречи было проще понять друг друга. Им тяжело передать свои пожелания, свои мысли какие-то. С ними тяжело говорить, потому что это надо передать свое отношение, правильно высказать мысль какую-то, потому что у них свое мировоззрение, своя маленькая страна, можно так сказать. У них взгляды совсем другие, не такие, как у нас, у слышащих людей. Вот. Мы можем услышать где-то, что-то понять, а им надо все это своеобразно пересказать, рассказать. Организаторы признаются, такого интереса к мероприятию не ожидали, но проявленные брещанами инициативности рады и готовы к совместной активной работе. Специалисты центра уверены, им удастся найти такие формы и методы деятельности, которые позволят людям, имеющим проблемы со слухом, не чувствовать себя в чем-то обделенными в ходе занятий. Они готовы помочь им пополнить свой багаж знаний, постичь азы нового хобби, а также найти друзей и единомышленников.